have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в Outer Space. Outer Worlds. Почему? Потому что... В общем, ребят, ирония в том, что недавно я качнул одну игрушку, которая называется Inner Space, внутренний космос. Эта игрушка называется Outer Worlds, внешние миры. И, блин, у меня теперь эти названия переплетаются в голове. Кстати, не знаю, возможно, у нас с вами будет или обзор, или что-нибудь такое на ту игрушку, которая была. Она была, между прочим, бесплатно в Эпике на раздаче. Ну, это такие уже мелочи, которые, наверное, вас не очень интересуют. И то, что да, прикольно, мы только что прилетели к лаборатории Фениаса. И Ада такая, мы прибыли в лабораторию Фениаса. И даже не разбились. Стоит ли мне самому себя за это поблагодарить? Блин, она просто шикарная. Этот искусственный интеллект. Просто красавица. И, кстати, я только что подметил такую маленькую фишку. Наши напарники, две девушки, два парня и один робот. Очень толерантно. Но таким образом, что это не выцарапывает тебе глаза. Что же мы будем делать? Во-первых, Феня знает, что министр Кларк запасает Византии. Осталось только попасть в город и выкрасть запасы. Проще простого. Давайте подумаем, зачем Фениасу запасы, чтобы разбудить колонистов? Зачем ему будить колонистов? В чем его... Он хочет свергнуть правительство? Что он хочет сделать? С другой стороны... Адъютант София Аканде попросил вас помочь ей выследить Фениаса. Доберитесь до лаборатории Уэллса и отправьте с его терминала сигнал слежения. Кто этот адъютант? Вот честно, в упор не могу вспомнить или понять, кто она такая. Где мы ее видели раньше? Я вроде довольно... Феликса нафиг возьмем с собой Парвати и Элли. Два самых адекватных человека здесь. Ладно, Парвати не самый адекватный человек, но она смешная. То есть, по сути, нас просят или сдать Фениаса, или поддержать Фениаса. С другой стороны, нас просят просто поставить... Знаете, к чему я просто склоняюсь? Если Фениас окажется чмом, а у меня очень большие подозрения на то, что он окажется чмом, нам бы не помешала какая-то посторонняя помощь в его устранении. Вообще, мы могли бы... Это выглядит как змеи на полу. Мы могли бы создать треугольник, в котором мы стали бы решающим звеном. И, кстати, не моя капсула, из которой я вылез, нет? Из гибернации. Надо гасить плазменный резак до того, как убираешь его в карман. Ну, вы поняли, да? Давайте я сохранюсь и... Я не уверен в правильности своего решения, но я практически уверен в том, что Фениас мудак. И я хотел бы как-то от этого перестраховаться. Отправить сигнал. За это нас вознаградили уровнем. Так. Взлом. 55 у нас резко упал. Вскрытие замков мы с вами вот так вот тогда качнем. У нас есть убеждение на 100 и вскрытие взлом замков на 100. Ну, с побочными эффектами. Пойдем разговаривать. Вернитесь к Аде? Зачем? Ну, то есть, по идее, если я сейчас поговорю с Фениасом, то я ему отдам весь этот ликер, который... Ну, не ликер, а ту жидкость, которую мы натаскали. Кстати, при этом убив больше сотни человек, по-моему, да? Жестоко поступили. Хотя можно было слить только часть. Не знаю, все это... Your face is a site for sore ocular processors, Captain. Or rather, your headgear is. За такие фразы просто хочется играть потом. София сказала, что свяжется с вами, как только люди определят местонахождение
Уэллса, вернитесь на корабль, проверьте, нет ли у вас сообщения от Софии. Ну, давай рискнем. You have a message from adjutant Sophia Akande. I'm impressed, Captain. I almost expected you wouldn't go through with it. Your signal made it through. We've pinpointed Dr. Wells's orbital lab. Excellent work. Come visit me in Byzantium. We need to have a talk about the future of this colony. Есть вопрос. Transmissions are so impersonal. I'd like to meet you face to face. Meet me in my office. I've authorized your ship at my personal landing pad. Adjutant Akande has ended her call. Rather rudely, if I might say, considering she didn't sign off. Will there be anything else, Captain? Ну, давайте. Посадочная площадка личная. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Мне интересно, она с нами обращается не очень хорошо, опять же. Посмотрим, к чему нас это приведет. Знаете, я практически готов загрузиться, если что. Мне не нравится пока то, что происходит. Я просто не уверен, насколько оно мне не нравится. Опять же, Византия. Нас попросят сдать оружие. Я не хочу, например. Not so fast. All right, you're clear. The adjutant's expecting you. Go on through. Меня пустили с оружием. Давайте попробуем. Я удивлен, что меня пустили с оружием. А, это вот этот вот чмо, что ли, да? Который тут... Да-да-да, только мы теперь в другой кабинет попадаем. Давай поговорим. I admit, part of me expected you to stand by your old friend. For better or worse, Wells was responsible for putting you back on your feet. Старый друг. That said, he's also a wanted criminal. For information regarding his whereabouts, you are entitled to collect a reward from Percival. I understand you've infiltrated the Ministry. The things you discovered there must have been shocking. Even disturbing. Mm-hmm. Halcyon is on the verge of a total systems collapse. The truth is ugly and difficult to accept, but we must accept the truth before we can move forward. Malnutrition is already a problem. Disease will come next, followed by starvation, followed by a breakdown of society, followed by extinction. I know this must come as a surprise to you. I imagine you have questions. Как бы да. What's in this for you? There's gotta be an angle. Есть. Во-во-вот. Хорошо, что я Элли взял. I appreciate your skepticism, Dr. Fenhill. But I'm not doing this for any personal gain. Да ладно. My angle is the preservation of our colony by any means possible. Nothing more and nothing less. Is that why we were suffering plague in Edgewater? Malnutrition? All those folks sick and dying, and you knew why the whole time? Да. Yes, Miss Holcomb, we knew why. We've known for some time that Edgewater was dying. The colony itself is dying. The suffering you experienced in Edgewater, the disease, the starvation, will soon spread across Halcyon unless we act. Каким образом? I won't pretend the truth isn't damning. Yes, the colony is on the verge of collapse. But there is a way to save it. Я слушаю. Нам нужно поговорить с вашей программе по... пожизненной занятости. I'll answer however I can. Признайтесь, вы ведь не верите в эту чушь с пожизненной занятостью. The lifetime employment program is not some malevolent strategy of an evil mastermind. There's no dark secret buried in the fine print. The program is logical, it's reasonable, it's merciful, and most importantly, it will work. Я видел доклад. Рекл хочет пожертвовать колонией, чтобы спасти Византию. Byzantium is the beating heart of our colony. And as long as Byzantium survives,
Halcyon may one day recover from the collapse. We must protect this city at any cost. Я не согласен. Help me execute the lifetime employment program, and you will have earned a place of honor in Byzantium. You will live in comfort and want for nothing. Что вы сами думаете о кризисе? When I first discovered the truth, I was shocked, even disgusted. I wondered how we'd allowed a colony like Halcyon to fall into disarray. But the more I thought about it, the more I realized the colony had sown the seeds of its own destruction. We have become lazy and decadent. We smother ourselves in meaningless bureaucracies. We deliberate and argue and procrastinate. Неплохой повод, раз не всегда избавиться от коллегии. I admit, I occasionally fantasize about making an executive decision without having some tedious committee questioning my every move. Do you have any idea how much paperwork is involved in ordering someone's execution through the usual channels? It's positively maddening. Сколько нам вообще осталось? We've already crossed the point of no return. The collapse has already begun. You must have noticed the signs in Emerald Vale. Malnutrition, disease, high mortality rates. This is a permanent famine, Captain. We've done all we can to curb their hunger. Very soon, people are going to realize they're starving. A famine is a problem of logistics as well as marketing. Your workers must remain productive on as little food as possible, and they must always believe that food is plentiful. Так вот зачем было, было то исследование в Roseway? Before you interfered in Roseway, Dr. Anton Crane was on the verge of developing a powerful appetite suppressant. It would have made his career. The solution is a temporary one. Before long, our workers are going to feel the effects of starvation. The lifetime employment program is our only viable option. Почему тут вообще я? When you turned Phineas Wells over to me, I knew I could rely on you. You've demonstrated your ability to place duty above sentiment. And you deliver results. That quality alone is enough to separate you from the board's army of indecisive bureaucrats. Не любите бюрократию, Софья? Do you know how many meetings I have to sit through? How many papers I have to sign before I can make one decision? I'm only trying to rescue Halcyon from extinction. I can't save this colony alone. I need someone capable of working outside the system. Someone who can get things done. Ну, давай, говори. We need to talk about Emerald Vale. I will be frank. Edgewater was a lost cause. I never expected the settlement to survive another year. But then, you came along. I don't know how you managed to convince a faction of disloyal workers to return to their posts. In fact, Edgewater is more productive than ever before. Every worker in Edgewater will be expedited into our lifetime employment program. Well done, Captain. That town owes you an enormous debt. Что вы имеете в виду? Их всех усыпят, пока, ну... Edgewater's workers have proven themselves valuable. When the time comes to place our most loyal workers in suspended animation, they're going to be the first in line. You should be proud of yourself, Captain. You're on the verge of making history. There's just one last job I need you to do for me. I've made arrangements for you to journey to the Hope. You will board your former colony ship, reactivate its navigation systems, and skip the colony ship into orbit around Tartarus. Вот, Тартар. Once the Hope is in position, we will have everything we need to begin healing the colony. Скачал в пределах колонии, звучит невероятно опасно. You've proven yourself more than capable. I don't know if there's anyone better suited to this mission than you. Спятили, одна ошибка вычислений, мы скакнем прямиком на солнце. Give yourself some credit, Captain. You've come this far without dying in some senseless accident.
Clearly, the architect has a plan for you. О, ох уж эти планы архитектора. Не принижать, так, ладно. Что такое особенного в надежде? Technology, Captain. The same technology that allowed you and your fellow colonists to make the journey from Earth to Halcyon. Under the Lifetime Employment Program, every suitable worker in Halcyon will be placed in suspended animation. The Hope is the perfect storage facility for the colony's workers. Как же с теми, кто остался на Надежде? I won't lie to you. We're going to have to dispose of some of the Hope settlers in order to make room for Halcyon's rotating workforce. But try to understand. Many of your fellow settlers are beyond saving. Это да. They've been frozen for far too long, and the revival process would be lethal. Почему Тартар? Convenience. The Hope is a massive ship, and we'll need to make use of it. Our facilities in Tartarus will benefit from having the ship within orbit. Как мне это сделать? The Hope has been out of commission for years. You'll need to connect your own ship to the Hope's auxiliary power supply. Then make your way to the Hope's bridge. Your ship's computer will activate the Hope's skip drive and bring you into orbit around Tartarus. Я не хочу потерять безнадежного. Ладно. I have the highest faith in your abilities, Captain. You and I are going to save Halcyon together. So, sneak onto a lost colony ship and skip it across the system. What could go wrong? Я понимаю твой скептицизм, честно. Вот. Стыковочный отсек Надежды. Мне сюда? Always seemed a bit crude, even for me. Besides, how am I supposed to introduce dates to Bold Betsy with a straight face? I name all my favorite machines. What's wrong with naming your pistol? Oh, I thought you meant... Never mind. Well, I've thought about it, just never came up with anything I could stick with. У них такие небольшие девчачьи разговоры. Задание с... Вернитесь к Фениасу. Поговорите с Персивалем. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Я не поговорил с Персивалем. Черт. Зачем я сразу побежал? Я же знаю, что... давайте на тот лифт обратно. Валим. И все равно я могу вернуться к Фениасу, кстати. Так. Adjutant Akande has instructed me to reward you for information leading to the arrest of Phineas Wells. Please allow me to extend my felicitations on a job well done. Quite so, sir. Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery. Which is more of a hobby. Ah! Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Это понятно. Will there be anything else? До свидания. В этом заключалось все, типа, задание... С другой стороны, нас пустят на Тартар. То как раз чем... Ну, тот вопрос, которым я задавался. Мы с вами знаем, что вот эти капсулы, они рассчитаны... На сколько там было? На 30, на 40 лет. И теперь...
Но с другой стороны, он же меня разбудил. И я живой. А так... Они собираются погрузить в гибернацию. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Пойдем послушаем. Такие вещи здесь реально интересны, так что я бы сходил послушать. Oh my gosh, Felix, you got to hear this. You remember that spin-off series about the mass marketeer? Halcyon Helen's coming on for a special romance arc. Ah! What if they hold hands? This I gotta see. Thanks. I didn't sign up for this. Знаете, что я думаю? Почему мы идем вместе, ну, по сути, на коллегию сейчас работаем? Единственный способ это стать... Уэллс has failed to discover the tracking signal broadcasting the location of his lab. I have revised my estimations of his competence accordingly. Спасибо за информацию. Первопроходец Надежда. Они, кстати, одинаковые типы кораблей, да? Да. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Если я совершу скачок в Надежде. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Or the Sun. Расскажи о Надежде. The Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. А стебать меня было обязательно, Ада? Ну, пойдем. Ну вот, я же говорю, это один тип корабля... Я возьму с собой доктора и механика. Чего уж там. Что мне сейчас может понадобиться на заброшенной станции? Там, ну, на заброшенном корабле. Я же говорю, что они с первопроходцем... Ох, как тут лагает. Они с первопроходцем один тип корабля. Ну, то есть, да. Только тут нет экипажа. Еще они на сотню лет здесь все были заморожены. Труп. В смысле, охранник? А, это вы сюда уже высадились после того, как вы нашли корабль. Я думал, он вообще пустой. Что мне тут надо сделать? Подпитаться? Давайте подпитаемся. Статус. Подача питания. Реактор судна, у него режим экономии энергии. Питание подается только системе жизнеобеспечения. Продолжить. Техобслуживание. 22 тысячи дней назад. Гибернетическое. Хранилище 5 задействовано 99%. Хранилище 8 задействовано 92%. Хранилище 11 задействовано 76%. Все гибернетические хранилища функционируют в пределах заданных параметров. А что мне надо сделать? А, ну вот записи, кстати. Запись предполетной переклички. 24 члена экипажа. 10 лет. Наше с данной самое длинное путешествие неделя в горах Сильвер Маунти. И то она была не в своей тарелке. Домоседка, что сказать. И все, всегда такое было. В этот раз она взяла с собой только еды, что нам, наверное, было бы не страшно даже месяц в отрыве от цивилизации.
А как-то раз Вок отправил нас в город на тренинг по сплоченной команде. Компания все оплатила, и все равно Дана прихватила энергетические батончики. А вдруг автобус сломается и застрянет? Этот корабль будет лететь до Альциона 10 лет. Целую декаду. Хорошо, что Вок снабдила нас провизией, а то Дана бы спустилась на сбережение на ореховые смеси. Ну, подпитка. Пойдем подключим Аду. А что тут? It ain't stealing if no one sees. Так, тут какие-то странные места. Что произошло? Что, ногу подвернуло, что ли? Тут дверь заклинившая. Тут обычная какая-то дверь. Ну-ка, она не заперта даже. Шрысы? Откуда здесь шрысы? Взлом 81. Мне такого не видать. Добавить список надежды. Продолжить. Фром теперь член экипажа. Продолжить. Статус часовых. Штатный режим. Выйти. Часовых я не могу взломать, да? Боевой дрон. Ну, а теперь они меня не будут атаковать. Что, кстати, хорошо. То есть я добавлен... у меня статус члена экипажа. Мне бы еще взлом компов теперь качать, получается, да? На корабле все время следы крови попадаются. Это, наверное, самая неуклюжая команда на свете. Знаете, как сложно кровь оттирать от стали. У меня... Инженера, кстати. У меня антисептик скоро закончится. Приходится столько времени драить полы, что в Альционе меня должны ждать приказ о повышении. Старший инженер отдела обслуживания. Это хорошо. Сигареты. Сигареты не буду брать. Зажигалка, ключ, детали оружия. Продолжить. Личная переписка. Продолжить. Можете почитать, ребятки, на паузе, если хотите. Да, взлом у нас теперь прокачан. Боевой дрон. Продолжить. Ребятки, можете почитать переписочки, если хотите. Я прям сейчас этим, наверное, заниматься не буду. Потом, наверное, буду читать при перепросмотре. А. Так, подключение систем безнадежного. Записи. Говорит Фениас Уэллс. Да, пусть так. Про... Опа! Продолжаю работу над объектом исследований 112. Извлечение из национального отсека 8. Время извлечения где-то 2,5 часа назад. Время смерти 6 минут назад. Массовый разрыв клеток. Мой главный враг губит на корню каждую попытку оживить наших замороженных колонистов, как насмешка над всеми моими манипуляциями. Я испробовал уже все сочетания химикатов, которые только могут достать, применил все вариации самых разных методов разморозки, известной науки. Постепенное таяние, мгновенный разогрев, начал с конечности, начинал с мозга. Не знаю, насколько мне еще хватит. За последние 72 часа я спал всего 4. Крики меня до сих пор преследуют в кошмарах. Объект 120. Настоящее имя Хорли Стентон. Возраст 39 лет. Хобби пение. Прости, Хартли, я не смог тебя спасти.
Начать запись, как только я говорю начать запись. Это смешно, неудобная программа. А если я просто не принесу свои запись, слово запись? Не понимаю, зачем вообще разговаривать с замороженными колонистами? У тебя скоро крыша поедет, Фениас. Все, сосредоточься. Давай делаем надрез. Вот. Отлично. Так-так, мой ледяной друг, ты проигнорировал запрет на потребление пищи за 36 часов до гибернации. Да? Слава закону, что есть одноразовые перчатки. Теперь аккуратно, ровненько. Ой, неудачно вышло. Явно неудачно. Рептидон, забери эти скользкие скальпели. Кто вообще производит? Просто космос? Ладно, выбора нет. Приступаю. More primitive processor now. Would you like me to play a mood suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Ну, по крайней мере, теперь нам удается ломать все двери, которые только можно. Что мы будем качать? Ложь, запугивание. Я бы вот взлом теперь качал бы, наверное. Потому что мне это явно еще понадобится принять. А насчет способностей. Давайте посмотрим. Бах прямо в голову. Выстрел в голову вызывает взрыв и наносит урон ближайшим врагам. Да, хочу. Просто вообще без выбора. Просто хочу. Мне понравилась эта способность. Ну, нам сюда. Вот это шрыса! Просто трехтонная, офигеть! У вас тут, блин, шрысы величиной с Кинг-Конга. Офигеть, что происходит? Браслет, адреналин. Огнемет. Я здесь явно не пройду, да? Адреналин. Нам сюда. Наверное. Тут разруха на этом корабле. Просто звездец. Привет. Пока. That's the Hope's computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Давай попробуем. Статус. Средства коммуникации, резерв. Продолжить записи. И открой дверь. Нет. Ты нас убьешь. Лучше уж вас, чем колонистов. Что за идиотизм? Если мы вытянем корабль, они все сдохнут. Придется пойти на этот риск. Рецы прокладывают курс. Корабль не сойдет с маршрута. Ты играешь с сотнями тысяч человеческих жизней, а ты собираешься кого-то принести жертву своему безумию. Черт с тобой, Лёша. Найди мне дверь. Что? Капитан, слышите, что? Дверь заглохла. Может, решили отдохнуть или сверло сломалось? Может, они пробираются в холодильник? Если проберутся и не умрут от голода раньше, они нас пересидят. Работай, Рец, я разберусь. Кажется, я осталась одна. Не знаю, что сделал капитан Хант, но он не вернулся. Дрель больше не включили, и у меня все. Курс проложен. Еды осталось на один день. Я не хочу умереть, как Дона. Не сбивайся с пути, Надежда. Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Офигеть. Скажи мне, я поступаю правильно?
Probably not, but don't let that stop you. My constellation executables could use some beefing up. Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. I am almost 4.01% certain we will not die. 4%. Поехали. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the hope will void the warranty on the skip drive. And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? Очень ада. Давай, к Тартару поехали. Jump starting the skip drive. Destination set to Tartarus. Я не буду сам. Давай, Ада, вперед. Ты компьютер, ты лучше это просчитаешь. In case I don't get another chance to say it, it's been interesting, Captain. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the hope in 3, 2, 1. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years on a derelict ship? That is what my captain intends, yes. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport, and this will cause extreme damage. Yes, I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Thank you, Hope. It looks like all systems are a go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Сейчас будет звездец. Надежда. Привет, Соус Тартар. Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Tartarus's orbit. The board has initiated contact. I believe they're eager to speak with you once you've returned to the ship. Oh. I feel like I've been turned inside out. Let's not do that again. Давай больше не будем так поступать. Согласен. Error. Hope crew data not found. Identify yourself. Убеждение. Это ложное утверждение. Раз ты функционируешь с ошибкой, надо ответить инженеру-механику. Error. Hibernation pod access is illegal. State your employer. Вот, конечно. Registered. A fine of 10,000 bits will be assessed in your corporation's ledger for failure to follow proper hibernation pod procedures. Thank you for your cooperation. С меня же нереально сняли, не по-настоящему сняли 10 тысяч, я надеюсь. Да вроде нет, хотя я не помню, сколько у меня было денег, у меня 60 тысяч с собой. Стоп, мы не так пошли. Нам нужно сюда. И сюда, что ли? Вон туда. Мы-то по главным залам тут с вами не проходились никак. Мы же с вами поверху в прошлый раз пошли продолжить. В чем дело? До меня дошло, когда мы все наберемся Альцион, нам будет почти по 50. Да. Но наш Лукас, он-то проснется 6-летним. Когда он окончит школу, нам немного останется до 60. Теперь мы скажем, что
У меня крадут время. После выпускного его отправят работать на корабль. Мы еще его увидим. Надеюсь, что так. А, ты должен мне помочь. Ты скоро следует. Что такое? Да еда. Наши пайки, у тебя от них не сварение? Да ну нет, просто я терпеть не могу шишкачину, дюк, док. Вообще ненавижу, не могу ее жрать 10 лет подряд. А я думал, что у тебя реальная проблема со здоровьем. Так и есть, меня выворачивает от шишкачины. Возвращайся на пост, Фрэнк, не трать мое время на ерунду. Да ладно, тебе не можешь что-нибудь прописать. Или привыкнешь, или умрешь с голоду, дело твое. Очень быстро решилась проблема с шишкачиной. Не, перепрыгнуть я тут не могу. Классно. Похоже, я довольно удачно. Блин, я же был внесен как часть экипажа, не? Вот тактический дробовик. Надо будет поразбирать ненужные пушки. Интересное кино получается. Так, допустим. You have a message from Adjutant Sophia Akande. Captain, you have an incoming transmission from Tartarus. Tartarus. Attention, Captain of the Unreliable. This is Chairman Rockwell. I'm on Tartarus and we need your help. Какая? That crackpot scientist has caused a riot among the prisoners and unpaid laborers. It's a law-damned bloodbath down here. As if that weren't enough, he's gone and taken Sophia hostage. I'm not gonna mince words. The situation is dire. I need your help. Он поднял бунт? Да он с ума сошел. He lost his mind years ago. Do you have any idea how many Hope colonists he's killed for the sake of his science experiments? Ну, я уже об этом читал. Ладно, София в порядке? I don't know. They're in the pit somewhere. It's a... Well, you'll see for yourself when you get here. Among other things, we can't run this place without her, Captain. Ладно. Make haste, Captain. We're losing men by the... Oh, fuck. Fuck! They're at the door! I need to hide! Hurry! Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security prison planet, I believe the crew would like to speak with you to, as you humans put it, air some concerns. Давайте. Looks like the board needs our services again. You ought to charge overtime. But what if it's a trick and she means to get rid of us for good? Captain, your service to the board has been invaluable. If you wish to claim your rightful place in Byzantium, you must help them crush the riots in the labyrinth. Когда все закончится, какая вероятность, что коллегия ударит мне в спину? Don't take it personal. That's just a Tuesday for the board. If they offer us a retirement plan, we'll know they've reneged on their deal. Otherwise, I'm keeping good faith. Hey, don't look at me. You already know what I think about the board. They can't stab you in the back if I'm watching it, Captain. Спасибо. Whatever may await you, it's best not to dock at the prison until you're sure you've settled your affairs and closed out any unfinished business. Понятно. Понятно. Когда-то вам хватило ума пойти со мной. Надеюсь, его хватит на то, чтобы остаться. Are you kidding? You get invited to the most interesting parties. I'm in. I'm with you to the end. I ain't abandoning my crew, Captain. In my experience, you can try to run, but the past always catches up in the end. I'm committed to seeing this through. Reminder, this unit is no longer under warranty. Waiting on your command, Captain. Это точка невозвращения, да? Кстати, это каюта Ниоки. Черт.
Это точка невозвращения. Сама игра говорит, завершите все ваши незаконченные дела. У нас, кстати, все каюты забиты. Блин, что делать? Ну, похоже... Похоже на то, что похоже, знаете. Минучка, а почему я сейчас могу только 270 с собой таскать? С вами так и не испытали научные пушки. Это плазменная установка Джок. Уменьшающий луч. Давайте возьмем его, хоть постреляем из него, что ли. Выглядит, кстати, как этот пистолет из... четвертого Fallout, который стрелял. Ну, этот инопланетный пистолет. Знаете что, ребятки? Давайте мы здесь закончим нашу серию, потому что я не знаю, что будет дальше. У нас из незаконченных заданий... только оружие бездны, которое мы не нашли на первопроходце. Мы отыскали очень много, кстати, научного оружия, но на первопроходце мы его не нашли. Также у нас из заданий... у нас нету проваленных заданий. И смотрите, сколько у нас завершенных заданий. Офигеть. Мы с вами проделали огромный путь, я только сейчас это осознал. И сколько из них были этими обязательными. Да, да, давайте мы с вами завершим эту серию здесь. Я так понимаю, мы вступаем в последнюю фазу игры, и я хочу, чтобы это все получилось красиво, поэтому, ребятушки, мы с вами встретимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.